Михаил Александрович, чем спорить? У нас не только губернатор не любит Саратов, но и мэр взял и приоритеты расставил, где центр, там больше денег. А на самом деле в Саратове каждый третий житель проживает в Ленинском районе. Понимаете? Об этом речь идет. А по финансированию вы меньше дали. Поэтому для того, чтобы выровнять на будущий год, нам надо по Ленинскому району сейчас в срочном порядке сформировать программу по тротуарам, посмотреть объекты соцсферы, которые можно обеспечить тротуарами, и до 1 ноября, пока плюсовые температуры, эту задачу решить. Вот решить ее качественно. А качественно — это значит соблюдение технологии. Вот вы теперь самые главные по тротуару. Ну, мне скажите, по технологии сколько нужно операций выполнить для того, чтобы тротуар появился? Сначала выравнивание, потом щебенение. Рассказывайте. Можете коллегиально. Понятно, демонтаж сначала. Хорошо. Вот сначала демонтаж опустим, мы демонтировали. Вот дальше какие процедуры обязательно надо выполнить? Потом идет у нас обустройство гардероба. Потом идет у нас планированный участок, песчаная смесь, щебенение, асфальтировка. Благоустройство. Особенности есть у каждого тротуара. Да. Сколько операций? 5-6. 5. Но вы некоторые перепутали, поэтому начните с того, чтобы каждый глава знал то, то он обязан. Если программу в городе тротуары, изучите, что значит построить тротуар. Это самое легкое. У нас была история, мы собирались на «Авроре» и, встречаясь с руководителями строительных организаций, обсуждали технологию производства работ по отделке стен. Есть вопрос, который должен знать руководитель строительной организации, потому что иначе он превращается в банкира, а он не банкир, он строитель. Глава – это человек, который должен заниматься благоустройством города, в совершенстве знать, что такое тротуар, какая толщина асфальта, что под асфальтом, какая фракция щебня. Какая фракция щебня? 20 на 40. 20 на 40, вот, видите, правильно. Вот. Поэтому, если вы все это знаете, вы можете, посмотрев, увидеть, нарушает технологию работы или нет. Потом вам надо смотреть, чтобы не стояла вода, это значит уклоны должны быть. Вам надо учитывать, что люди, когда идут с колясками, с детскими, надо обязательно спуски, чтобы были. Вот это все, на самом деле, не мелочи, потому что ключевые решения человек принимает несколько раз в жизни. Не так часто меняют работу, многое другое рядом с собой. А вот что касается тротуара, он ее видит каждый день и утром, и вечером. И если его нет, или он с проблемами, он эту проблему на себе ощущает. Вот задача глав районов у нас, Валерий, почему на самом деле, ну, если хотите, качество управления снизить. Главы районов и городов не решали те задачи, которые обязаны решать. По благоустройству, планы, да. Вывоз мусора, уборка снега. Всегда отнеклись. Почему? Нет денег, мы ничего не решаем. И, извините меня, атрофировались многие способности. Поэтому сейчас крайне важно изучить, что такое тротуар, как его строить. Решить эту задачу, потому что нам придется все равно. Вот не случайно мы сейчас эту тему обсуждаем. У вас объем в 2 раза больше, чем до этого, второго этапа. В Заводском районе почти такой же объем, как первого этапа. В Октябрьском районе там где-то треть объема, как первого этапа. Я беру от первого этапа, который уже фактически мы завершаем реализацию. Волжский район, там где-то, наверное, половина этого объема. И мы выйдем тогда по следующему году с объемом необходимых средств от 70 до 85 миллионов по всем районам города.
И это уже будет объективно реального закончить. Потому что мы с губернатором договорились, что они в стандарты финансирования города Саратова будут обязательно включать финансирование работ по тротуарам. И на будущий год губернатор, понимая, что это необходимо, а вначале мы дискуссию большую вели, и более того, вы знаете, она стала публичной, на это не могли быть. Сейчас вот губернатор нашел возможности и смотрит в будущее с пониманием, что городу надо помогать, и на будущий год город получит деньги на завершение работ рядом с социальной сферой в объеме 500 миллионов. А это значит, у вас вот эти средства, которые равномерно будут где-то от 70 до 85, закроют как раз ресурсы, выделяемые на эти цели. И мы с вами на будущий год завершаем работу вокруг социальных объектов. И сейчас вот вы начали работу уже по дороге. Ну, по дороге, мы с Михаилом Александровичем одну дорогу проехали, Валерий Васильевич, и по общему мнению, с Игорем Ивановичем, пришли к выводу, что прежде чем поддерживать дорожников и знаменитых строителей, надо самому дорогу проехать, на себе ощутить. Потому что есть у нас такие шустряки, по-другому не назовешь, они что делают? Вот сейчас большой ресурс. Вместо того, чтобы искать дорогу, которая разбита, плохая, у нас таких дорог много, и можно, не задумываясь, на нее набрести. Долго искать не придется. Они берут, предлагают дорогу, которая не имеет ни выбоин, у которой достаточно ровное, хорошее основание. Они что сделают? Да. Они фрезу поставят, ее потом заасфальтируют и получат вот такую прибыль. Вот. Нам это надо исключить, Михаил Александрович. Вы каждую дорогу проехаете с главой Ленинского района, другими районами. Увидели, у вас средств не достает, у вас средств дефицит. Поэтому вы берите ответственность на себя. А сейчас они получают, посмотрите, какие огромные ресурсы. Миллиард. 700. Значит, 700. До этого еще миллиард 30. С дорогой. Да. Поэтому вы деньгам бережно относитесь, и их расходуйте там, где нет дорог. Вот сейчас нас жители слушают, они скажут, о чем они говорят? У нас дорог нет практически 80% в Саратове. И если только вы возьмете эти, валите 230 миллионов, а там этот участок стоит не меньше, на эту дорогу нам не простят. Поэтому вот это надо тоже делать. И тогда у вас будет функционал. Вот тротуары, вот дороги, вот вывоз мусора, вот благоустройство, озеленение. Не работа, а сплошной, извините меня, вопрос внутреннего комфорта, самореализации. Потому что вы будете приносить людям пользу. А так, что тротуаров нет, дорог нет, все вас ругают, вы от всех убегаете, прячетесь, везде кусты, поэтому кусты не вырубаете. Вот мы с ним ездили, он говорит, кусты надо вырезать. Почему? Потому что стихийные пляжи безопасны. Надо обеспечивать людям доступ к воде, оборудовать эти стихийные пляжи, а не запрещать их, а наоборот, город на Волге, ну давайте этот пляж, раз он образовался, давайте его оборудуем, давайте поможем, чтобы люди могли туда добираться. А у нас что делают? Одни гоняют, другие кусты не вырубают, ну и что? Какое качество управления? Поэтому вот сейчас у вас есть деньги, большие деньги, на решение задач и по тротуарам, и по дорогам. Значит, все остальное в ваших руках. Но самое главное – совесть. Сейчас еще самое главное тоже вопрос для города. Это то, что помогли нам вывести дома, которые без прав, если аварийно. Что мы с вами договорились. Вы должны в этом году, учитывая, что 70 миллионов мы нашли, вывести 80, а на следующий 85, а на следующий год найдем еще средства, чтобы остальные вывести. Поэтому это, ну, позор, который стоит, нам нужно его отправить. Потому что представь себе, что там творится в этих домах. И потом ребятишки забегут, там что-то упадет, кирпичи сыпятся. Вам низкий поклон.
и вам низкий поклон, если вы с тротуарами сделаете все как положено. Более того, я вам еще раз, три раза низко поклонюсь. Вот сделайте так, чтобы стыдно не было. У нас есть возможность город сделать лучше. Вы так задачу ставите. Вот говорил уже мэр, мы сейчас все проблемы решаем из прошлого. И вы их решаете из прошлого. Дольщики из прошлого, тротуары из прошлого, дороги из прошлого. А мы с вами должны смотреть в будущее. В одну сторону, в другую. Набережные делать, пляжи создавать, рабочие места создавать, заводы строить, дата-центры строить, вузы расширять. Вот как задача стоит. Поэтому нам надо вот эти все проблемы из прошлого стараться решить за год-два максимум, а дальше всем навалиться только на развитие. Мост надо еще один строить, обход, а мы с вами какой мост построим? Вы работы, которые должны были выполнить за год, уже 4 года. 4 года. Кто начальство не будет, кто поедет, перейдет. Валерий, он вам, по-видимому, нравится. Мне каждый день нравится, он получает вот, свое. Вот. Каждый день. У него несколько объектов. Вы перелеты были? Конечно. Болгарии, ну вот, можете сравнить.